Редкое зрелище можно увидеть на Гавайях. Вот так встречаются стихии огня и воды. Лава вулкана Килауэа достигла океана. Вулкан извергается с 1984 года, однако воды потоки лавы достигают нечасто. Последний раз такое происходило 3 года назад. В воздух при этом поднимаются столбы пара высотой в несколько сотен метров. Эту лаву вулкан выбросил во время извержения в конце мая. И вот на этой неделе она дошла до океана, преодолев путь примерно в 9 километров. Как сообщают местные власти, извержение Килауэа не представляет угрозы поселкам, но туристов все же просят держаться подальше от огнедышащей горы и наблюдать за зрелищем на расстоянии. Впрочем, этому предупреждению и на свой страх и риск следуют не все. Высота Килауэа почти 1250 метров. Согласно мифологии гавайцев, на нем живет богиня вулканов и огня Пеле.